Радио 54. Идея была в том, чтобы человек рассказал о книге, которая его волнует в данный момент жизни или сыграла важную роль в его жизни, может быть, в детстве, и помогла ответить этому человеку на какие-то важные вопросы. И каждый участник, мы его называем даритель, он имеет эту свою личную историю общения с той или иной книгой, может быть, это будет несколько книг, и он публично рассказывает эту историю перед аудиторией. Как правило, мы собираем молодежную аудиторию, и таким образом получается разговор не только о книге, но и о жизни в целом. Такой сейшн, да? Да, можно так сказать. Очень часто эти разговоры получаются совершенно неформальными, хотя у каждого дарителя есть формат, то есть он должен раскрыть, не пересказать эту книгу, да, а вот все-таки суметь ее подать так, чтобы мы и человека узнали за этой книгой. Не у каждого это получается блестяще, и, соответственно, для самого дарителя это тоже сумасшедший опыт вообще выступления перед аудиторией, говорить о том, о чем ты, может быть, не привык говорить, если ты математик, да, то есть ты говоришь словами, а не цифрами, не формулами. Кто-то из дарителей придумывает конкурс, то есть во время общения он задает какой-то интересный вопрос, и молодой человек, который ответит на него там самым лучшим образом, получает завернутую там книжку еще добавок в подарок. Твой дом, твоя область. Новосибирск, 106.2 FM.